полноценная Windows 98 на флешке? Вы, наверное, скажете, ты что, с дуба рухнул? А я отвечу, нет, со мной все в порядке. Такая необычная идея у меня возникла очень давно, аж летом 2020 года. Прошло более чем полгода, и я подготовил образ Windows 98, который исправно работает с обычного USB-накопителя. Но вы меня опять спросите, а что же тебе мешает записать MS-DOS на флешку и установить Windows 98 туда же? Но увы, такое не прокатит. Система-то, конечно, на флешку успешно запишется, но она попросту не загрузится. Компьютер зависнет на бесконечной загрузочной заставке. А если еще попробовать установить Windows 95 на флешку, то она рассыпется в переносном смысле слова. То есть, после установки Windows 95, файловая система флешки будет повреждена. Ладно, не буду томить. Давайте посмотрим, что это из себя представляет и что я натворил. Для этого нам понадобится флешка любого объема. В моем случае это будет флешка Aperture на 4 гигабайта. Также нам понадобится программа HDD Raw Copy, чтобы записать образ в посекторном режиме. И компьютер, где мы будем это тестировать. Характеристики данного компьютера никак не изменились со времен обзора на React OS. Пускаем HDD Raw Copy от имени администратора. Программа очень проста и понятна в использовании. Распространяется бесплатно. Для начала нам нужно указать образ, который мы будем записывать. Следующим шагом мы должны указать, куда будем записывать этот образ. И прошу заметить, что перед началом записи флешка будет отформатирована и переразмечена. А после записи у нас появляется раздел на 255 мегабайт. Это и есть наша флешка. Остальной объем попросту не размечен. Ему можно сделать самостоятельно, через диспетчер дисков на вашем компьютере. Ну а теперь давайте тестировать. Напоминаю, что тестируется это все на реальном компьютере с Intel Pentium 4 и 256 мегабайтами оперативной памяти. Также проверял на ноутбуке Asus F80L. Там также все работает. Загружаемся с флешки и видим надпись «Starting Windows 98». Патч на распознавание больших объемов памяти уже установлен, а сама система немного урезана для легкости работы. Конечно же, скорость запуска зависит от скорости и типа вашей флешки, что в принципе логично. После загрузки мы видим рабочий стол и уже установленный Total Commander, ярлык которого оставлен там же. Так как проводник здесь от Windows 95, Internet Explorer здесь нет вообще. Драйвер дисплея установлен здесь универсальный, от SkyTech. Поддержки сети здесь нет, в интернет вы не выйдете. Система также видит разделы моего установленного жесткого диска. Это абсолютно полноценная операционная система, не можно безо всяческих проблем ставить любое приложение и играть в какие-нибудь игры. Даже сеанс MS-DOS запускается. В целом, применений можно найти много. В плане устройств здесь оставлено все самое необходимое. Вы, наверное, меня спросите, а для чего ты это сделал? А я отвечу, да просто так, и захотелось. Но есть одна маленькая проблема. На моем основном компьютере Acer с Intel Core i3 на борту система не запускается, жалуясь на отсутствие файла vmm32.vxd. Но прикол в том, что этот файл существует, и с ним все в порядке. Я буду очень благодарен, если кто-то подскажет решение этой проблемы. Ну а в принципе, это все, что я хотел вам показать. Можете попробовать оценить данное творение самостоятельно, ссылка на скачивание в описании. А с вами был Даниэль. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не пропускайте мои новые видео. До встречи, увидимся.